Почему в этом месяце 30 дней? Может, мы по лету грустим? Разве было бы нам веселей, если б дней было 31? Кто-то скажет: да ладно, пустяк, этот день твоей грусти не стоит. Улыбнусь я в ответ просто так, а улыбка, как маска, все скроет. Кто-то скажет: а что в этом дне? Может, тайну от нас кто-то прячет? Я оставлю их жить в тишине, раз для них ничего он не значит. Я не стану октябрь винить, он и сам как мгновение промчится, а все то, что стремимся забыть, по ночам все равно будет сниться. Если был бы осенний закат в моей жизни самым последним, я ценила бы его как бриллиант, ни секунды не тратила время. Я б сердец услыхала бы стук, тосковать не нашла бы причины, кисть не выпустила бы из рук, непрерывно рисуя картины. Обняла бы всех самых родных и врагов бы всех полюбила, без сомнений и страхов пустых, за обиды весь мир бы простила. Обняла бы тебя до костей, ни на миг бы не отпускала. Если б был у меня только день, мне бы не было этого мало.